Первая вылазка в магазин за 3 месяца. Пошла девочки в наш родной суперфарм. При входе меряют температуру. Первым приобретением был у меня Hawaii кондиционер для волос 700 миллилитров. У меня, правда, есть там еще немножко маленького от Natura Siberica, но он уже, в принципе, подзаканчивается. А также купила свое любимое кофе Nescafe. Это капучино со вкусом орешков, хейзлнат. Но больше я люблю с карамелькой. Но, как говорится, я между ними чередую. А также из вкусняшек купила такой вот Wellness с яблочкой и клюквой. 2 штучки. Одну уже вытащили у меня дети. Открыли. Тут получается, поскольку их штучек здесь не выглядит. 6 штучек в упаковке. Хорошенькие, вкусненькие, мягенькие, мне нравятся. А также малышу купила вот такие фруктовые пакетики. Остался уже 1. 2 мы выпили по дороге. Взяла себе такие зубные щетки. Colgate. Люблю вот это. Max White. Пришел мой помощник. И также малышу кремик для попы фирмы Life. Кстати говоря, девочки, он мне очень понравится. И сам тюбик приятный. И кремик классный. Это, наверное, уже 5-й или 6-й. Дезодорант, спрей. Фирмы Axe. Это Gold. Получается у нас Oud. Дерево Oud и темная ваниль. А также вот такая вот вещичка. Ice Chill. Замороженная мята и лимон. И еще один дезодорант уже Fa. Antarctic Force. Короче говоря, девочки, вот такие были сейчас небольшие покупочки. Честно говоря, стрёмно ходить по магазину в маске. И когда я меряю температуру, и люди как бы шарахаются друг от друга. Но, тем не менее, вот заскочила и, как говорится, удержалась. Все стенды косметические, закрыты клеенкой, тестером не добраться. Ну и, как всегда, забыла заснять еще шампунчик от Head & Shoulders. Здесь и шампунь, и кондиционер в одном. Запахом ментола, девочки, он пахнет жвачкой. Такое приятное, это для моего мужа. У нас только мой муж пользуется Head & Shoulders. Все остальные пользуются или Гавайи, и Фруше, или все, что остальное попадается под руку. В основном у нас несколько видов Гавайи. Еще есть шампунь от фирмы Axe. Но моему мужу подходит только Head & Shoulders. Ему хватает такой боди на очень-очень долго. Но периодически кто-то ему из семьи помогает тоже. Так, здесь 600 мл я взяла. Кстати говоря, цены сегодня там были практически 1+1.